здесь у больше. Не оглушили у вас? Ага. Удобно так? Да, удобно. Удобно? Если удобно, вот наши пожелания вам. Да. Немножко, чуточку сфокусировать. А то немножко здесь широковатый. Да. И звук как бы... Ну, он полетный у вас. Да. Но это больше как бы даст вам возможности через оркестр. Да, да. Через оркестровую яму. Ага. Чтобы больше полетел через оркестр. А то широкий звук, он больше вокруг певца только вот здесь. Да. Ага, а вот если мы соберем это вот, вот допустим, когда из шланга поливаем же, из шланга воду поливаем, цветы, когда вот так немножко нажимаем, струя летит дальше, вот когда поливаем. То же самое, когда немножко рог собираем, и звук летит дальше, куда. И заодно мы задеваем головной резонатор, ну, естественно, не отрываясь от головного резонатора. Много лет я это заходил. А? И много лет.